Когнитивные искажения – это ошибки, которые наш ленивый мозг совершает раз за разом. Столкнувшись с каким-то новым для себя фактом, он вешает на него ярлык. Каждый такой случай – это ссылка на прошлый опыт. Если в детстве вас укусила собака, то на каждом встречном псе ваш мозг повесит ярлык «опасность». Удивительно, что, придумав лаконичный и образный ярлык, мы можем заразить им окружающих. Люди станут пользоваться нашими знаниями и смотреть на мир нашими глазами. Такое когнитивное искажение называется эвристикой доступности. Но опыт одного человека ничтожно мал по сравнению с тем, что происходит в мире каждый день. И вешая ярлыки, мы так никогда и не узнаем, что где-то вывели новую породу собак, где-то кинологи разрабатывают новые методы спасения людей. Ведь наше поле зрения заслоняют ярлыки, стереотипы. Поэтому информационному пространству тоже нужна регулярная уборка. Посмотрите, как часто разные медиа рассказывают новость одними и теми же выражениями. Что останется, если вычеркнуть из их текстов все ярлыки?